Вот обычно мы стараемся избегать всех этих звуков посторонних. Потому что, ну, невозможно говорить что-то в кадре, ничего не слышно. Мы говорим, пожалуйста, минуточку тишины, хотя бы одну минуточку. Но здесь, в Таллине, они просто в тему, понимаете, в жилу. Еще есть такая эстонская легенда. В озере Ülemiste живет старик по имени Ярви Вана. И каждый год, холодной ноябрьской ночью, он выходил из этого озера, подходил к местным жителям и спрашивал, ну что, типа, достроился город? Если хоть кто-нибудь из них сказал, конечно, достроился, смотри, мы. Все, прощай, Таллин, он будет затоплен. Поэтому, когда местные встречают этого старика, то у них всегда один и тот же ответ. Ты что? Не слышишь звуки стройки? Таллин строит, строит и никогда не достроит. Кстати, легенда бы очень хорошо у нас зашла в России. О-о-о! Ярви Вана. Строим долго, иначе затопит.